Скрипчик, оцени лирического Бакетхеда 3.10. Спасибо тебе, на твоем стриме узнал о нем. Он невероятен, как автор и как гитарист. Сейчас посмотрим, спасибо. Знатыш? 3.10. Это, видимо, что-то из какой-то Колмы, да, из таких альбомов. Это из Fade to Black мелодия. Да. Да, я такое музло очень люблю. Ну, это, по сути, как бы как альбом Колма, только с дисторшном. А так, да. То есть, это крутотень.